Я хочу позвать сюда на эту сцену группу «Кафе», Алексей Смирнов, Сергей Стародубцев. Эту песню написали они. «Кафе». Давайте мы начнем, они потихонечку подтянутся, да? Да. Там, значит, мелодия очень запоминающаяся. Очень простая. Покажи, Саша. А он гениальный. Мастер-класс. А вот и автор Алексей Смирнов. Я вернулся, Тима. Я вернулся. А где Серега? Ищет бубен. Поехали! Раз, два, раз, два, три. А ты весел, тебя осветит блесняк. Опять тоскуешь, опять горюешь, и молча цедишь коньяк. Я позвоню тебе домой, рассвет, скуку и покой. Даю я слово, сегодня снова мы остаемся с тобой. Эй, гляди веселей, все будет окей. Гляди веселей, пусть квартира пуста. Телевизор достал и попало нечего ей. Эй, гляди веселей, все будет окей. Гляди веселей, все уже решено. Я жду метро без 15:06. Опять тоскуешь, опять горюешь, такая жизнь не по мне. И не беда, что в ноябре темнеет рано на дворе. Забудь проблемы, а кто и где мы, припомни лишь на заре. Гляди веселей, все будет окей. Гляди веселей, пусть квартира пуста. Телевизор достал, и добавок нечего мне. Эй, гляди веселей, все будет окей. Гляди веселей, все уже решено. Я жду метро, без 15:06. А теперь вы!